Чаткальском районе к школе построили новый дополнительный корпус на 100 ученических мест. Теперь в этой школе будут обучаться дети села Черкапчагай и Маданян. Отметим, что образовательные учреждения должны были завершить в августе текущего года, но местным властям удалось завершить в этом месяце, и уже сегодня прошло открытие. Ну, самый отдаленный район Кыргызстана – это, конечно, Чаткальский, высокогорный район. Вы знаете, он не только отдаленный, он высокогорный, труднодоступный. И, конечно же, здесь живет у нас прекрасный народ, который хочет работать на своей земле, хочет здесь учиться, хочет, чтобы дети здесь оставались. И они, конечно, должны вырасти очень грамотными, компетентными. Сейчас основное внимание вот будет направлено на содержание учебного материала, на содержание учебных планов, вот, на повышение квалификации наших учителей и вообще на то, чтобы наши дети чувствовали себя конкурентоспособными в середине следующего века. То есть школа должна производить детей не на сегодняшнюю экономику, не для сегодняшнего общества, она должна производить детей для послезавтра.